Продолжаем выпуск рассказом о событии из культурной жизни Верхневолжья. В Тверской академической филармонии стартовал первый международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Яковлевича Лемешева, приуроченного к 120-летию со дня рождения великого русского тенора. Свои таланты покажут студенты и выпускники высших учебных заведений, солисты оперных и музыкальных театров, концертных организаций нашей страны и зарубежья в возрасте от 20 до 32 лет. О том, как прошло открытие долгожданного конкурса, смотрите об этом репортаж далее. Конкурс пройдет в три тура со 2 по 8 июля, в ходе которых по решению членов авторитетного жюри определятся имена 6 победителей, лауреаты 1, 2 и 3 степени, дипломантов, а также обладателя гран-при. Интересен также и пул участников. Заявки направили учащиеся разных национальностей. Так, свой певчинский талант продемонстрируют уроженцы Китая, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Честно говоря, мы не ожидали, что будет такой наплыв, мы где-то примерно догадывались, порядка 50-70 человек для начала, но заявок оказалось намного больше. Было 210 заявок. Все конкурсные прослушивания проводятся открыто в Большом концертном зале Тверской филармонии. В программе прозвучат русские народные песни, старинные арии 17 и 18 веков, а также арии из опер русских и зарубежных композиторов 19 и 20 веков. Естественно, очень много талантливых, им очень нужна поддержка, им нужно показать себя, им нужно, чтобы публика их заметили, им очень нужен такой конкурс. А теплая и гостеприимная атмосфера двери Тверской академической филармонии заставляет молодых певцов со всего мира не только забыть о волнении, но и по-настоящему насладиться искусством. Конечно, переживаю, но это творческое волнение, которое полезно, нужно, и без него не будет нужного градуса на сцене. Поэтому в рамках разумного переживаю. Проведение в 2022 году первого международного конкурса молодых оперных певцов имени Лемешева станет не только ярким событием в жизни региона, но и поспособствует пропаганде музыкального искусства, развитию международных культурных связей, объединяя как начинающих, так и сложившихся музыкантов со всего мира. Губернатор Тверской области Игорь Рудени также передал напутственные слова для участников и пожелал вдохновения, убедительных побед, благодарных и чутких слушателей, а зрителям радостных открытий от встреч с искусством. Удачи и слава!